Побывав в Лангепасе во время рабочего визита, депутат Тюменской областной думы Инна Лосева посетила штаб добровольческого объединения «Тепло от дома». Он находится в бывшем здании 8-го детского сада. Очень приятно видеть вас. Ехали, конечно, немножко больше сегодня, потому что снег, вьюга, все замело. Но в Лангепасе такая чудесная погода, все ярко, все красиво. И я очень рада, что вот сегодня почти завершение моей встречи вот рядом с вами. Потому что название-то у вас такое красивое. Тепло от дома идет, да? И тепло идет от вас. И вы делаете очень добрые вещи. Вы делаете те вещи, которые помогают другим. В помещении тепло и уютно. Волонтеры здесь создали атмосферу дружбы и взаимопонимания. В состав добровольческого объединения «Тепло от дома» входят люди разного возраста и разных профессий. Они рассказали областному парламентарию о той работе, которой занимаются практически каждый день, о том, что в них нуждаются и их благодарят. Инна Лосева отметила важность волонтерского движения в России, назвав добровольцев людьми особенными, с большим сердцем и добрыми мыслями. Президент Российской Федерации 2024 год объявил годом семьи. Семья, которая всех сплачивает. Семья, которая поддерживает друг друга. И мы понимаем это не только в буквальном смысле слова, что это наша родная семья, что это наши дети, наши внуки, наши родные. А семья, мы понимаем в более широком смысле, что это семья, это наш город, это производственный коллектив. И самое главное, наша самая большая семья. Это семья Россия. И мы все должны помогать сегодня. И очень приятно, что в Лангепасе развито волонтерство. Люди, которые помогают тем, кто нуждается. Это одинокие люди, которые остались без помощи своих родных и близких. Это те, которые сегодня нуждаются в нашей особой поддержке. И вот такое волонтерское движение, которое развито в городе Лангепасе, оказывает помощь многим нуждающимся. И сегодня я рада познакомиться с ними. Я рада услышать их истории, потому что волонтерство – это объединяет людей разных возрастов, разных профессий. Но все вместе они делают доброе дело. И это очень важно. Для Инны Лосевой добровольцы провели небольшую экскурсию и поблагодарили ее за внимание к их деятельности.